нам! Нет, мне не на чем кататься, да и мама рассердится. Да ладно, один раз скачусь, мама и не заметит. Это Петя? И он катается на портфеле? Угу. Ну, дома поговорим. Ой, портфель порвался. Надо что-то придумать. Петя, что случилось с твоим портфелем? Ты катался на нем? На меня напали собаки. Ой-ой-ой, а ты не пострадал? Нет, они порвали мой портфель. Наверное, собаки были голодные. Жалко, что у тебя не было с собой торта и мороженого, которые я купила. А где они? Что? Ну, торт и мороженое. Я отдала собакам, чтобы они больше не рвали твой портфель. Мам, я тебя обманул. Я скатился с горки на портфеле и порвал его. А я тебя тоже обманула? Видишь, как нехорошо обманывать? Мам, я больше так не буду. Прости меня. Ладно, пойдем покупать тебе новый портфель. Но ты больше не катайся на нем. Ура!